До студії нового дня завітала експерт з екології Антоніна Галкіна. Вітаємо вас. Здравствуйте. Тож, опале листя восени – це дійсно є проблемою. Це не тільки гарна, можна сказати, фон для фото, гарна природа, але це є проблема для нашої екології. Хотілося б про це поговорити з вами. Значит, ну, как всегда, проблема имеет очень много аспектов. Первое. Когда сжигают листья, понятно, что все, что в них накопилось, оно попадает в воздух. Это свинец, цинк, ртуть, ну и всякие другие нехорошие вещества, диоксины в том числе. Оно попадает в воздух. Очень часто мы видим, что когда горят костры, дети с удовольствием стоят и нюхают этот дым. То есть нужно понимать, что дети получают наибольшую дозу вот этого всего вредного. Отруйных речевин. Да, то есть это очень плохо. Заболевания, которые возникают вот вследствие вдыхания дыма, это заболевания дыхательных путей. Осенью обостряются сердечно-сосудистые заболевания. То есть человек, одно дело, когда дышит чистым воздухом, и когда вдыхает вот все вот это, человек, у которого уже есть заболевания, понятно, что они обостряются. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела то, что на самом деле опавшие листья – это не мусор. Это не то, что вот нужно куда-то девать. Давайте их сожгем, чтобы они нам не мозолили глаза. У нас, прошу прощения, у нас в Украине, ну, я бы сказала, культ чистоты газонов. То есть должна быть земля и все. Вот, вот никаких там ни бумажек и листьев тоже не должно быть. На самом деле все совсем не так. У экологов есть такой лозунг «Оставьте листья червякам», которые перерабатывают... Вот эти листья, они перерабатывают на гумус 2-3 года, и вот листок, который лежит на земле сегодня, он через 2-3 года превратится в гумус. Мало того, вот эти вредные вещества, о которых я говорила, они перейдут в такую форму, которая уже не будет вредной. То есть вместо вреда в воздухе, и потом вот когда оседает этот дым на земле, да, мы получаем... Замість отрути мы можем отримати родючий грунт. Да, да. Вот это вот очень важный аспект. Значит, что рекомендуется делать? Первое. Значит, у нас есть коммунальные службы, у нас есть департамент ЖКХ. Заранее нужно начинать кампанию, допустим, ну где-то, наверное, с начала августа, заранее, билборды о том, что люди не сжигайте листья. Может быть, в ЖЭКе, в ОСББ, сейчас же много всяких вот заведений, которые работают непосредственно с жильцами, да? Вот, распространять листовки, издавать листовки и распространять. Не ставить задачу дворникам выметать листву до голой земли. Это очень плохо. И для деревьев в том числе. То есть одно дело, когда у нас на зиму земля, почва укрыта листьями, корни деревьев не страдают. Другое дело, когда с нашей зимой, да, то есть то минус 20, потом плюс 3, и вот это вот оттаивание, замерзание, это плохо для деревьев, сказывается, тем более в наших условиях южных, когда нам деревья очень важны. Поэтому, значит... Первое – это информирование, коммуникация с жителями. Я думаю, що це гарним також варіантом є забирати з асфальтного покриття листя і обкладати дерева для того, щоб вони тісно були захищені. Да, щоб дерева були захищені абсолютно правильно. Вот. Третє, якщо це частні двори, компостувати. В результаті, от якщо зробити компостну яму, 2-3 роки і ви отримаєте прекрасне удобрення. Тобто це не те, що ви сожгли у себе на подворі, да? ви під костром вигоріла почва, выгорели в ней все полезные вещества. А наоборот, вы получаете полезное удобрение. То есть, ну вот, если коротко, то как-то вот так. Хотелось бы дізнатися, чи проводяться якісь акції взагалі у нас в місті для того, щоб проінформувати наших містян про те, що не потрібно спалювати це листя, не потрібно його кудись утилізувати, що воно дійсно несе нам дійсно гарні поживні речовини. Ну, можна сказати... Несколько таких. Были общественность, экологическая общественность Николаева проводила, были времена, когда проводили кампании. Вот действительно, были изданы буклеты, были изданы, вот сделаны билборды, подготовленная информация для билбордов. Все это было, но это было, к сожалению, несколько лет назад. Последнее время у нас как-то нет такого тесного сотрудничества с департаментом ЖКХ, от которого, в принципе, все зависит. Имеется в виду, зависит вот издание, социальная реклама и так далее. То есть, вот, к сожалению, в последнее время такое сотрудничество нет. Значит, несколько лет назад у нас проводятся ежегодные экологические чтения в городе Николаеве. И вот в один из годов было
специально посвящено одно из мероприятий, вот как раз проблеме листьев. Опавшая листва должна перерабатываться отдельного мусора, ну и так далее, и тому подобное. То есть здесь есть буклет, листовка такая. Угу. Вот. И что еще очень важно, что я хотела, о чем забыла сказать. Люди, не проходите мимо, называется. Если вам важно ваше здоровье, вы должны, если вы видите, что кто-то жгет листву, вызывайте милицию. А еще есть какое-то покарание за то, что людина будет... Да, именно это я и хотела сказать. Значит, есть в административном кодексе, есть статья, которая предусматривает административное наказание, то есть штраф за сжигание листвы, поскольку государство точно знает, что это вредно и что этого делать нельзя. Поэтому нужно вызывать полицию, они составят административный протокол, и после этого будут приняты меры, чтобы люди не сжигали листву. Я думаю, що варто нагадати зараз нашим телеглядачам невеличкий алгоритм, де можна використовувати опале листя, як його можна використовувати у побуті, а також поділитися з нашими телеглядачами секретами цього компостеру, як створити дійсно гарне добриво. Самая обычная компостная яма, куди закладываются листья, і кожен год можна нова порція туди складувати. В результаті буде получаться вот компост в этой ямі. На самом деле есть еще очень интересные примеры. Вот я была 2 года назад в Вознесенске. Очень интересно. Они весной приглашали меня как эксперта на мероприятие, которое было посвящено тому, что осенью делать с листьями. Участвовали депутаты городского совета Вознесенского, чиновники и представители общественности. И вот это вот очень... Там родились очень интересные мысли. Это был круглый стол. Именно действительно вот было обсуждение. Так вот, в том числе, что можно делать? А какие-то малоархитектурные формы, типа дельфинчики, пингвинчики или, ну, не знаю кто, лошадки, вот эта форма стоит, и туда закладываются листья. Угу. С тем, чтобы весной можно было этот внизу поддон, который можно сдвигать, и переплевшие листья, вот этот вот компост, можно было уже использовать по прямому назначению. Можно делать даже так вот на городских улицах, на проспектах. Это будет и красиво, и полезно. Дякуємо вам за таку корисну інформацію. Я думаю, що тепер усі наші містяни точно знають, як використовувати опале листя, щоб з отрути воно переросло у благодійну почву. Дякуємо, нагадуємо, що до нас сьогодні завітала експерт з екології Антоніна Галкіна.